Две беды России, нередко перекликающиеся между собой, снова напомнили о себе. Не так давно на просторах интернета появились вот эти видеоролики, снятые одним из ивановских блогеров. На кадрах запечатлен ямочный ремонт улицы Академической областного центра. Пахомов уже сказал, что распорядился, чтобы вот дорогу починили. Вот, собственно, надо же отчитаться, куда деньги деваются, правильно? Запечатлев, мягко говоря, сомнительную технологию укладки асфальта в грязь, блогеры разумно поинтересовались у рабочих, почему так происходит. А это вы считаете не грязь? Вот это вот. То есть, сюда не кладу. То есть вот это считаете, что это не грязь? То есть здесь у вас будет нормальное сцепление с асфальта, с дорожным покрытием? Нормальное было сцепление с дорожным покрытием, если надо сцеплять. Ребят, ну вы же хотите делать ремонт, вы просто вам асфальт надо просто бухнуть, да, и как бы галочку поставить, либо сделать автомобильную дорогу нормальную. Слово за слово авторы ролика решили узнать у рабочих, кто виноват в таком наплевательском отношении к дорогам и что делать дальше. А из-за чего так происходит, что вы каждый раз приезжаете? Я так полагаю, что эту улицу вы делаете уже, ну я не знаю, вы или вы. Ну вот эту улицу за это лето делали раза 4, наверное, да? 4. 15 июня первый раз. Потом 26 или 28 второй раз. То есть от 15 июля положили вот эту вот часть. Ну я так и вот буду делать. Еще 3 года. Мы же ямочный ремонт делаем. Нет, понятно. Просто непонятно. Здесь сделали, там развалится. Не, опять приедем. Она развалилась вот, еще. А затраты, то, что вы сюда приезжаете, и время затрачивается, и топливо. Узнали неравнодушные к судьбе дорог ивановцы намного больше, чем рассчитывали. Видимо, и у самих рабочих накопилось немало претензий по этому поводу. У нас все так, вот так вот, все. Пацаны, поймите меня, у нас вот все вот так вот, все, вот. Все глаза понятно, закрыли. У нас расценка, вот расценка, вот мы этим трипером занимаемся, да? У нас расценка. У нас нету ни фрезерования, у нас есть только очистка от грязи покрытия, проливка этим битумными вяжущими и устройство там выравнивающего слоя. Это не ремонт, это выравнивающий слой, мы просто тупо ямы забили и все. Ситуация становится понятнее, если знать предысторию. Активист ФАР Илья Пигалкин пару недель назад отправил фото этой дороги, а точнее того, что от нее осталось, спикеру облдумы Сергею Пахомову. Тот пришел в негодование от увиденного. Испугавшись акта предвыборной агрессии лидера партии власти, СМП экстренно отправила бригаду на этот участок. И вот результат. Нам сказали, мы приехали, сделали. У нас других возможностей нет. Вот и все. Я понимаю, что это трипер. Я знаю, что это трипер. По сути, здесь надо срезать, вырезать все эти ямы. Нет, по заделывать. Сути. Выборы успешно завершились, а свежеотремонтированный участок снова в плачевном состоянии. Вероятно, на этой улице праздник наступит не раньше следующей предвыборной истерии. Нет, вам-то понятно, вы люди поневоле, он сказал делать. Ну, просто... Я в итоге крайними окажемся мы. Все равно крайний кто? Крайний исполнитель. Вот и все. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.